тебе не спрятаться от меня. Ха, вот ты где. Думаю, тебе там удобно. Thank you.
Эй, ты куда это собираешься? Держись подальше от шахты, там опасно. Мы рыли туннель и случайно проломили стену древней нордской гробницы. Теперь там полным-полно драугров. Добыча руды приостановлена, пока там разгуливают мертвяки. На твоем месте я бы туда не ходил. Красиво. Да, тут нужна армия, чтобы все очистить. Шахта закрыта до тех пор, пока кто-то не разберется с нечистью. Седобородые призвали Довокина в высокий Хродгар. Такого не случалось уже сотни лет.
Спас, спас.
сажаю. Красиво. Правда? А мы-то думали, ярл сюда целый полк пришлет, шахты отбивать. Ну, теперь и к работе можно вернуться. Спасибо тебе. Угу. Что бы это значило? Возвращение Девакина? И кто из нас мог бы оказаться достойным такой чести и такой силы? Боги, неужто правда? На Вайтран напал дракон. Как нам, обычным людям, справиться с таким созданием? В чем дело?
драконы. Когда-то и меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Приветствую, соратник. Не двигаться. Приказ ярла. Молодец. А теперь пошли в замок. Весь краденый товар мы конфискуем. И гуляй. Конечно, после уплаты штрафа.